жемчужиной на дне, но есть волшебные слова. Вам ваш первый семейный документ, свидетельство о заключении брака, хочу пожелать, чтобы именно это свидетельство и только это было у вас в жизни, чтобы вы его сохранили, сберегли и когда-то в глубокой старости, как великое богатство, передали вашим детям. Документ отдаю в крепкие мужские руки, чтобы такой же крепкой была ваша семья.